Древние песнопения в современной аранжировке и средневековое звучание популярных хитов. В Самаре дал единственный концерт, первый в мире болгарский мужской фольклорный акапельный квартет «Светоглаз». На счету коллектива престижная музыкальная премия «Грэмми». Вокалистов почитают настоящие ценители. Наш корреспондент Татьяна Пудова теперь среди них. Это произведение многие годы пели только монахи. Теперь подлинное средневековое болгарское песнопение исполняет квартет «Светоглаз». Песни, которые мы научили наши бабушки, наши мать, они часто из них мы поем так, как мы научили, без промены, так как звучали давным-давно. «Светоглаз» был основан в 1951 году композитором Филиппом Кутевым. Несколько раз номинировался на Грэмми. В начале 90-х был удостоен главного приза. Эти голоса звучат в саундтреках фильмов. Четыре мистификатора оживляют древние произведения современной аранжировкой. И наоборот, придают средневековое звучание современным хитам. Основная наша цель, что сохранить традиция, богатство традиций, богатство уникальной болгарской звукообразования, а другая посока найти современный перевод. В квартете люди самых разных профессий, например, Даниил Спасов и Милен Иванов, параллельно поют в составе государственного болгарского радио и телевизионного хора, но объединяет вокалистов вера и любовь к музыке. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, «Новости губерния».